Гляжу в озера Сирии, с Европы связи рву. Зову себя Россию, единственный зову. Зову себя единственный, зову себя родной. Таинственной, воинственной и каждый раз одной. С восьмерками, с шестерками внутри любой семьи всегда кончались терками сношения мои. Спроси, переспроси меня, душа кровит от ран. Теперь вот это Сирия, а раньше был Иран. Всю жизнь меня бросаете с рождения до седин. Володя мой на саммите один, совсем один. Да что ж вы все поджались-то, европские вожди? Как нефть всегда пожалуйста, а с дружбой обожди. Для вас я хуже щелочи, ужасней кислоты. А я люблю вас, сволочи, люблю я вас, скоты. Вы злой, меня не видели, у вас рога во лбу. Засранцы, гады, пидоры, видала вас в гробу. Отдельная, особая, как водка или квас. Большая, низколобая, как мой чиновный класс. Аж трескаюсь от злобы я, гляди, взорвусь сейчас. Одна, одна надгробная, прощайте, тьфу на вас. Да, бывают судьбоносные, но новости у них как бы нет качественного мерила. Вот одну такую мы, значит, и напомним. Причем информационный повод был действительно судьбоносный, знаковый, не только для него, а для России. Вот 4 августа позапрошлого года рейтинг президента России, а вы помните, что происходило в августе позапрошлого года, рейтинг президента России достиг рекорда 87%. Ну дайте ролик 74-й. Хотя комментировать тут, в общем, нечего. Путин наше все. Да? Я только скажу для сравнения, что рейтинг американского президента Джорджа Буша младшего достиг рекорда в 90% после терактов 11 сентября. А нашему повезло, он того же почти достиг с помощью терактов на чужой территории. Вот. А вот последнее, вот это не просто для прикола, потому что Путин, как и Пушкин, наше все, а Орлуша с помощью стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Памятник» создал номер под названием «Памятник рейтингу Владимира Владимировича Путина». Просим. Я памятник себе. Мой лик нерукотворный везде, где пролегла народная тропа, вознесся рейтинг мой подделки непокорной туда, где не была политика стопа. Слух обо мне прошел по всей российской шире. Мне лучшим помогли прослыть промеж людьми свободный тигра-сын, отловленный в Сибири, и перелетный стерх, и куча верных СМИ. Сперва любви поток был циком обеспечен. Мой рейтинг рос за счет рутинных добрых дел. Но только в Крым вошел зеленый человечек, рейтинг стал таким, что Чуров обалдел. Нет, весь я не уйду. Я все задумал просто. Пылай огнем любви ко мне, моя страна.
покуда в мире есть бесхозный полуостров. А их я сам смотрел на карте до хрена. К примеру, Индостан. Индокитай, к примеру. Саудам тоже дал свой полуостров Бог. А этот, как его, скандинавский взять. Не так велик размером, но этот, как его, похожий на сапог. Я буду долго тем всему любезен миру, что русский свой язык в обиду не давал, что в свой жестокий век я всех мочил в сортирах и твердой рукой трубу перекрывал. Мой рейтинг в гору прет, как мой кортеж по трассе. В России за меня всяк сущий в ней мужик и гордый сын Чечни, воюющий в Донбассе, и коренной москвич, и гость Москвы, таджик. Я ваше, наше, все. И мне страна послушна, обиды не страшусь, улыбчивый с лица. Европе так скажу, приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Покуда в мире есть бесхозный полуостров, а их я сам смотрел на карте до хрена, к примеру, Индостан, Индокитай, к примеру, Саудам тоже дал свой полуостров Бог, а этот, как его, скандинавский взять, не так велик размером, но этот, как его, похожий на сапог. Я буду долго тем всему любезен миру, что русский свой язык в обиду не давал, что в свой жестокий век я всех мочил в сортирах и твердой рукой трубу перекрывал. Мой рейтинг в гору прет, как мой кортеж по трассе. В России за меня всяк сущий в ней. Мой лик нерукотворный везде, где пролегла народная тропа, вознесся рейтинг мой подделки непокорной. Туда, где не была политика, стопа. Слух обо мне прошел по всей российской шире. Мне лучшим помогли прослыть промеж людьми свободный тигра сын, отловленный в Сибири, и перелетный стерх, и куча верных СМИ. Сперва любви поток был циком обеспечен. Мой рейтинг рос за счет рутинных добрых дел. Но только в Крым вошел зеленый человечек, рейтинг стал таким, что Чуров обалдел. Нет, весь я не уйду. Я все задумал просто. Пылай огнем любви ко мне, моя страна. Кислоты, а я люблю вас, сволочи. Люблю я вас, скоты. Вы злой, меня не видели. У вас рога во лбу.
засранцы, гады, пидоры, видала вас в гробу. Отдельная, особая, как водка или квас, большая, низколобая, как мой чиновный класс. Аж трескаюсь от злобы я, гляди, взорвусь сейчас. Одна, одна надгробная, прощайте, тьфу на вас. Но бывают судьбоносные новости, у них как бы нет качественного мерила. Вот одну такую мы, значит, и напомним. Причем информационный повод был действительно судьбоносный, знаковый, не только для него, а для России. Вот 4 августа позапрошлого года рейтинг президента России, а вы помните, что происходило в августе позапрошлого года, рейтинг президента России достиг рекорда 87%. Ну дайте ролик 74-й. Хотя комментировать тут, в общем, нечего. Путин – наше все. Да? Я только скажу для сравнения, что рейтинг американского президента Джорджа Буша-младшего достиг рекорда в 90% после терактов 11 сентября. А нашему повезло, он того же почти достиг с помощью терактов на чужой территории. Вот. А вот последнее, вот это не просто для прикола, потому что Путин, как и Пушкин, наше все, а Орлуша с помощью стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Памятник» создал номер под названием «Памятник рейтингу Владимира Владимировича Путина». Просим. Я памятник себе. Гляжу в озера Сирии, с Европой связи рву, зову себя Россию, единственный зову. Зову себя единственный, зову себя родной. Таинственной, воинственной и каждый раз одной. С восьмерками, с шестерками внутри любой семьи всегда кончались терками сношения мои. Спроси, переспроси меня, душа кровит от ран. Теперь вот это Сирия, а раньше был Иран. Всю жизнь меня бросаете с рождения до седин. Володя мой на саммите один, совсем один. Да что ж вы все поджались-то, европские вожди? Как нефть всегда пожалуйста, а с дружбой обожди. Для вас я хуже щелочи, ужаснее.